В работу приехал Ford Mustang GT. Проблема: мятая морда, кривые лонжероны, алюминиевое крыло. Многие приговорили к замене. Так же, как и алюминиевый капот. На первый взгляд он выглядит целым, но, смотрите, вот эти заломы говорят о том, что была сильная деформация. А теперь видим, что его уже пытались выправлять. Алюминий лопнул. Так, по лонжеронам. Что у нас тут с лонжеронами? Вот в таком ракурсе сразу же все понятно, что у нас с лонжеронами. Морда на боку. Подрамник кривой. Так, по поводу 5 литров не бутафория. Настоящий раз... V8. Настоящий V8. В районе 500 лошадиных сил. Так, что у нас будет здесь из интересного? Все, что мы сейчас видим на автомобиле, мы восстанавливаем. Но отсутствующие фары и бампер, конечно же, пришлось покупать. Автомобиль реально внутри очень интересный. Мечта многих. Смотрите, это настоящий Ford GT. Эта дверь не открывается, потому что крылышко зажало. Вот его и помяли, открыв дверь. Ну все, машина пошла в работу. По алюминиевым деталям все покажем и расскажем.